Здравствуйте, рады мои. А кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот у меня подписчик, бывший, 5 месяцев назад, рады мои, сделал мне ссылочку. Написал: «Дед, посмотри, если у тебя еще остался разум, ты поймешь, о чем видео». Вот ссылочку я вам оставлю в описании на это видео. Заходим на это видео, рады мои. И здесь у него, рады мои, здесь, под этим видео, он же опять оставил тоже комментарий. Классное, интересное видео. Наглядно и легко для понимания. Благодарю за хорошую работу. Спасибо большое. А что же, рады мои, такого хорошего сделал этот блогер лучше моего? А вот читаем, как называется видео. Математика. Солнце над плоской землей. Математика, рады мои. Предупреждение. Это видео содержит некоторую реальную математику, рады мои, реальную математику, и поэтому не подходит для плоских землян. Я не несу ответственность за взрывающие головы и ускакивающие глаза. И рады мои, блин, это реклама, что там его запретили, блин, это вот Джон Цалейса, блин. Так вот, рады мои, что же он здесь, рады мои, нам с математикой впехивает? Рады мои, давайте посмотрим, блин, сейчас сделаю ровненько, аккуратненько. Давайте большой экран сделаю, чтобы видно было. Ну давай, давай, тормозиться, блин, вот. Значит, вначале, так, сейчас вначале мы найдем. Вот, рады мои, он рисует нам плоскую землю. Вот, солнышко тут, видите, как движется, солнышко двигается. Значит, вот здесь день, а вот там ночь. Это его рисунок, рады мои, это не мой. Вот такое солнышко. Вот здесь он нарисовал, вот здесь, значит, экватор, вот полосочка, экватор. Вот это вот, значит, какой-то тропик, знаете, северный, вот это южный тропик, скорее всего, я не знаю, что такое. Вот это экватор точно. И вот здесь, на такой высоте, солнышко крутится. Вот смотрите, он еще раз показывает, видите, как? Видите, как солнышко крутится. Дальше, вот смотрите, что делать. Взял центр, зачем-то сделал центр, тень. От солнца вот какой-то вот, ну, я не знаю, зачем это, типа объем, не знаю, ну ладно, пусть будет на его совести, чего он хотел искать, не знаю. Но смотрите дальше, смотрите, вот он рисует, а теперь смотрите, вбил колышек, вот, колышек вбил, рады мои, ну, вот врут они страшнее, смотрите, вот, смотрите, вот она орбита солнца, да, вот, типа якобы, и колышек, посмотрите, вот, ну давайте вот палец поставлю, вот, чуть поменьше толщины, это, толщины моего пальца, колышек, так? Так. А теперь давайте сопоставим. Вот смотрите, это же, блин, рады мои, это же вот. Гренландия. Ширина Гренландии, высота, представьте, это в 200 раз больше колышек. Колышек получается в 200 раз больше, чем самые высокие горы на Земле, на плоской. Понимаете? Вот он уже сделал хитрость такую, обман. Ну, ладно, опять повторяю, на его совести. Да это он написал же, что это не его видео, он скалякал, малякал. Какие-то тут треугольники тупые нарисовал, для чего, не знаю, блин. А теперь самое смешное, это вот, смотрите, сейчас, вот. Вот так, смотрите, вот. Видите, солнце и тень отбрасывают от колышка, видите, что тень, вот, длинная. Вот видите, как обороты делают. И для него должно быть обороты. Для него почему-то должны вот эти гигантские рады мои колышки, которых у него везде все время день и на солнце смотрит. Понимаешь, вот у него абсурдность. Не бывает ночь и день. И вот это расстояние, вот, рады мои, это же огромное расстояние. Может, земля-то огромна. И поэтому обманывая видео-то для дурачков, не знаю, для лошаров. Вот как мой вот тут бывший подписчик, который ему хвалит его. Все. И у него почему-то, сейчас покажу, смотрите, вот это, видите вот это расстояние? Вот. Сейчас у меня циркуль есть. Сейчас я приколюсь. У меня даже, рады мои, циркуль есть. Откуда он у меня, не знаю. Ну давайте, рады мои, вот это померим при вас. Вот смотрите. Вот. О! Вот.
Ну, вот так, примерно. Ну, пример, расстояние, родные, расстояние вот этого кружка, вот, поперек, в длину. А теперь, родные, давайте землю найдем плоскую, как он там рисовал нам. Вот, и смотрите, что это, родные, вот, это практически северный тропик, родные, чуть поменьше экватора, 40 тысяч квадратных километров, понимаешь, длину. Это, знаете, такую глупость. Давайте сейчас еще такое померим. Высоту. О, высота почти такая же. Сейчас найдем. Ну, я же говорю, вот, родные. И вот это такие круги, он, представляете, это, знаете, какой круг, а? Это же круг, это же сколько километров-то, это же, блин, сотни тысяч километров. А ему пофиг, рисуют такие круги, вот такие вот, 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 вот такой, математика такая у него. Вот такие должны быть солнце, гигантские колья, и солнце видит они, и вот, и у них вот это оборот, солнце должен быть вот такой кривой. Вот он думает, что вот видно. И дальше он показал, рады мои, видео, смотрите. Вот. Колышек вот вверху, колышек вот видно, вот колышек вот, видать его, колышек. От него падает тень, вот, вот. Камешки, вот камешек положился. Давайте смотреть отрывочками, попробуем маленькими шагами. Да, включу, наверное, что, не обидится на 5 секунд. Вот видите, камешки ложат. И все это по горизонтали идет, родные. Видите? Вот он по горизонтали идет. И что он этим доказывает, родные? А этим доказывает, вот он нарисовал, что Земля шар. Почему? Потому что он опять же говорит, плоскость Земли должен быть вот такой кругляк, родные. Вот, обруч положил, кусок обруча. Должен вот такой, короче, дугой должен быть на плоской Земле. Почему он так думает, я не знаю. И дальше вот он, смотрите, вот рисует, вот он видос рисует, вот плоская Земля. Видите, вот такой, такой должен быть. И вот, если искажает, вот так вот, вот, типа, вот. И вот, видите, здесь-то, вот он рисует, должно все ровно быть у него. Вот плоской, вот так все сделаю поменьше расстояние, чтобы видно было хорошо. Вот, видите, и здесь на шар, если шар, ровные полоски должны быть, видишь, по его мнению. Вот. Видите как? Ровно. А на плоской земле, значит? На плоской земле. Значит, дугой. Вот, дугой должен быть. Почему дугой? Да потому что вот такие вот круги он нарисовал. А теперь давайте, рады мои, проверим эту, рады мои, математику Солнца над плоской Землей. Я знаю, что вот этим примером ничего доказать невозможно. Ничего. Это только, ну, только у глупых родом. Я еще вернусь к этому, вот, к этому блогеру я еще вернусь и тоже видео покажу, родом мои. Поржем на доказательство Земля, шар, блин. Ну, это мне еще не доказывает. Ну, давайте поржем просто. Смотрите дальше, что дальше я тут наснимал.
Вот солнышко вылезло наконец-то. Вот. Во-во-во-во. Во. Во. 17:50 время. Вот оно. Во. 17:50. 17:50. Да, думаю, достаточно уже видно, что, рады мы, дуга, дуга. Сегодня дождина страшенная, рады мы, страшенная дождина. О, все в тучах, все в тучах. Невозможно снимать, вот это вот, делать вот такое вот. Погода вообще, сейчас кадрик покажу. Вот, вот, видно, вот, вот. А, хорошо видать. Вот, вот он, вот он, вот. Вот. Сейчас так, вот здесь еще отмечу, этот гвоздик. Тут, блин, карандашик надо взять или что ли. Сейчас пойду чуть поищу. Вот карандашик нашел. Сейчас хорошо отметим. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. О, видать, хорошо. И вот. Так, это что такое? 8:35. 15:37. 30-37 минут. Ну, полчерта. И 16:15 и 17:50. 17:50. Еще вот это отметим. Чтобы гвозди был. Гвозди был. Сейчас делаем угольничек. Вот. Вот, 8 утра и 6 часов почти. Вот. Вот, думаю, прямая линия. Прямая линия. А видите, как вот? Значит, солнце дугой было. Вот так ушло. Дуга. Вот, рады мы, еще время почти 7 часов. Вот еще раз, вот это вот. Вот, 7 часов. Ну вот какая дуга получается. Вот. Вот, короче, 12 часов почти. Ну, чуть 11 часов разница. Здесь 8:35. Ну вот, смотрите, вот такая дуга. А вот прямая линия сейчас. Вот. Вот, рады мы. Прямая линия должна быть. Вот так. А вот солнце. Вот. Вот такая дуга, рады мои. Повторяю, это ничего не доказывает. Это только доказывает, что. Единственное, что доказывает, что математика — лживая наука, на нее все ссылаются. А это, повторяю, математика придумана арабами, семитами древними, чтобы считать деньги, чтобы жарить людей. А это все остальное — фуфло. Правда, вроде так, математика жарит людей до сих пор. Все, нравлики, не нравлики, пишите отзывы. До свидания, родные мои.